Короче, Музафарова своим звонком сорвала трансляцию. Ангелина. Ну, в студии. Как я могу показать Мурзика, если она просто набрала мне и сорвала трансляцию? Они уже все в студии просто. Да, Мурзик звонила. Девочки сюда не придут. Я никого не жду. Потому что я хочу поесть. Я не завтракала. Последний раз отвечаю на этот вопрос. Я не завтракала, я проспала занятие, быстро собралась, девочки уже в студии, я нет, потому что я хочу позавтракать. У меня сегодня еще тяжелый день впереди. Тимур, взаимно бесишь. Каких сердечек больше? Фиолетовых, наверное. Да, фиолетовых больше. Теперь оранжевых. Спасибо всем, кто желает мне приятного аппетита. Тимур, ты знаешь Сливенко? Привет, Сливенко. Нет, не хочу я стричься. Да никто ни с кем не встречается. Все меня знают и любят. Ох ты, боже мой. Ты популярный, ты Сливенко. Боже, вы сейчас спрашиваете, в какой я класс перешла? Я такая... В 11-й. Кошмар. Ребята, это не может быть такого. Я в 5-м, я чувствую себя на 7-й класс. А я перешла в 11-й. Такое вообще бывает в жизни? Я через год закончу школу. Козерша, ты тут? Кошмар, 11-й класс. Что? Нифига ты не... Так, слышишь, я думала, ты... Да, я в 11-м, ребят, вот именно. Короче, это как его, Сливенко. Так нечестно, блин, я думала, вот у тебя нормально видно, вот так Гулливер, и у тебя видно вот так родину-мать. А ты налажал все, вот так приблизил.